сделать доступной для всех. Именно такую цель ставили перед собой подрядчики и проектировщики, когда начинали ремонтировать дорогу и сквер на улице Мичурина. Сейчас одна из главных городских артерий, связывающая историческую часть Самары и Московское шоссе, преобразилась до неузнаваемости. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который инициировал президент России Владимир Путин, здесь появились тактильная плитка, удобные пешеходные переходы для людей с ограниченными возможностями здоровья и доступные остановки. Эти перемены заметны каждому, в том числе маломобильным жителям Самары. Преобразилось оно, естественно, кардинально. Помнится, были ужасные тротуары, были ужасные спуски. И даже с сопровождением мы не могли ни погулять, ни пройти в торговый центр. Но сейчас кардинально поменялось. По словам директора подрядной организации, которая выполняла ремонт, специалисты внимательно подошли даже к самым мелким деталям. Через саму улицу Мичурина на всех перекрестках до 2 сантиметров по нормативам предусмотрены пандусы. Также предусмотрена тактильная плитка для слабовидящих, это и около остановочных павильонов вот в рамках сквера. Это и на всех перекрестках, где есть препятствия. Тактильная плитка указывает, как обойти эти препятствия, как перейти улицу. В короткие сроки специалисты выполнили колоссальный объем работы. Было выполнено порядка 36 тысяч квадратных метров ремонта покрытия проезжей части. Порядка 21 тысячи квадратных метров тротуаров было заменено с асфальтобетонного старого покрытия на новое плиточное. Также порядка 10 тысяч квадратных метров газонов было устроено. Порядка 14 тысяч, это суммарно брать, бортового камня. Бульвар Мичурина привели в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда». Это место стало новой точкой притяжения не только для местных жителей, но и для гостей города. Здесь появились зеленые газоны, новая парковка, уютные лавочки и освещение. Пешеходную зону замостили бесшовной плиткой. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События.